По старинной грузинской легенде, источник Боржоми людям показал благородный олень. Именно из этого источника был начат разлив Боржоми и его доставка в другие страны мира. Сегодня Боржоми распространяется в 30 странах, а в Казахстан прибывает из Грузии через Азербайджан по Каспийскому морю до порта Актау, откуда распространяется по всей территории Казахстана. Каждая бутылка защищена символом производителя – оленем, которая гарантирует подлинность Боржоми. Настоящий Боржоми дарит вам здоровье.